Поход к врачу зачастую становится настоящим испытанием, ведь к специалисту еще не всегда легко попасть. Нужно пройти регистратуру, отсидеть в очереди. Пациенты нервничают, жалуются на обслуживание. Вот как снизить градус напряжения в лечебных учреждениях, об этом мы поговорим с главным врачом Челябинской областной клинической больницы Дмитрием Альтманом. Доброе утро, Дмитрий Александрович. Доброе утро. Вот скажите, пожалуйста, Дмитрий Александрович, пациенты, попадая к вам в больницу, удивляются, почему нет очередей, почему никто не хамит, почему так легко и быстро попасть к нужному врачу. Все люди удивляются, а вы нам ответьте, от чего такое удивление и почему именно так случается. Ну, я тоже отчасти удивляюсь и удивлен. На самом деле, конечно, не все так мажорно. Конечно, и существуют проблемы, они объективного порядка, естественно, эти проблемы. Но мы, конечно же, стараемся. Есть такое понятие логистики. Если говорить применительно к системе здравоохранения, то логистику воспринимаю именно как способ максимального укорочения пути попадания пациента к доктору. Естественно, выстраивание таких маршрутов для пациентов, чтобы им было удобно. Ну, скажем, применительно к нашей областной больнице, которая, к сожалению, на сегодняшний день при потребности в 1000 пациентов в сутки, мы принимаем где-то примерно 800-900 пациентов. Это связано с определенной маломощностью нашей больницы. Конечно, исключить количество очередей было чрезвычайно сложно. В связи с этим мы сделали несколько окон, сделали несколько специальных, разделили потоки, скажем, потоки пациентов, которые приходят на первичный прием, которые идут на повторный прием, и отдельное окно для пациентов для госпитализации. Это европейский тренд и совершенно правильная логистическая, в общем-то, схема. Таким образом, нам удается, конечно, несколько снизить градус напряжения и накала пациентов, да, уже когда они к нам приезжают и попадают к нам на прием. Но, конечно, это не до конца радикальное решение. Ну, значит, все-таки, видя на вашем примере, победить очереди в больницах и поликлиниках можно. Как вы уже сказали, нужно начинать с логистики, система нескольких окон. Что еще может быть в этой цепочке? Мы обязательно используем такую, скажем, современную технологию, как предварительную запись. Естественно, сегодня 92% наших пациентов приезжают к нам не просто так, не потому, что вдруг им захотелось. Они предварительно звонят, созваниваются с нами, мы записываем, выбираем наиболее удобное время для наших пациентов. К сожалению, здесь тоже есть некие проблемы, потому что понимаете, что автотранспорт, он не подстраивается под нашу, тем более, скажем, у вас областная очередь. Больница, едут со всех регионов к вам. Да, люди приезжают к нам, и, скажем, автобус, например, из одного района, он приезжает только в 6 часов утра, а, скажем, окно, когда он может попасть к нашему пациенту, может быть, например, часов 11. И вот он вынужден с 6 до 11 находиться где-то на нашей территории. Но мы понимаем, что нашим пациентам это сложно, поэтому, естественно, идем на встречу, да, ну, в общем, стараемся, чтобы у людей, людям с утра, вот так скажем, их запустить на поликлинику. Сразу не портить настроение, уже человек идет лечиться. Да, и у нас кредо такое, знаете, у нас Челябинская областная клиническая больница расшифровывается именно как человечное отношение к каждому больному. Это вот тот самый такой важный, на мой взгляд, посыл, который мы на сегодняшний день пропагандируем и достаточно успешно применяем в нашей работе. Вы даже, придя в нашу больницу, вы частично, может быть, даже и удивитесь. Вы увидите улыбчивые люди, наши, я имею в виду, наши сотрудники, люди уже привыкли к улыбке, к доброжелательности, к приятному такому, к диалогу, несмотря на тот градус негативизма, с которым могут приезжать наши пациенты. Даже человек, если попадает к вам с негативом, видя ваших сотрудников с улыбкой, сразу уже, наверное, градус уменьшается. Ну, об улыбках поговорим чуть позже, а вот сейчас давайте поговорим о поликлинике. Как мы уже сказали, мы знаем, что у вас есть поликлиника, что готовы принимать до 1000 пациентов в день, но вот совсем недавно появилась информация, что выделены новые средства на строительство нового корпуса поликлиники. Да, вот расскажите об этом. Да, это, в общем, это замечательное событие, замечательное решение. Это все решение принято при очень активном участии Бориса Александровича Дубровского, который побывал у нас в больнице, увидел существующую ситуацию и принял вот такое решение о необходимости. Это, на самом деле, решение, оно уже на протяжении лет 20 обсуждалось, но, к сожалению, кроме слов, никаких действий не производилось. И вот сейчас Борису Александровичу дано поручение правительству Челябинской области, Министерству здравоохранения о том, что начать проектирование, и уже проектирование это сейчас фактически идет в разгаре, и думаю, что
в середине следующего года будет достроено необходимое помещение. Потому что если говорить о тех же самых очередях, естественно, в маломощной поликлинике из-за отсутствия санитарных норм решить до конца эту проблему не представлялось бы возможным. Ну вот я думаю, сегодня многие наши зрители впервые услышали вот эту расшифровку «Человеческое отношение к каждому больному». Потрясающая, на мой взгляд, расшифровка. Но вот скажите все-таки, даже при человеческом отношении к каждому больному всегда есть недовольные. Вот бывает, ну невозможно добиться 100% результата. А вот есть недовольные, как к ним, как они могут жаловаться, что они могут делать и как вы прислушиваетесь? Да, как, к сожалению, в нашей жизни не только радостные события, когда мы говорим человеку о том, что вот мы ему, скажем, поставили хороший, правильный диагноз, мы вылечили этого пациента, в ответ слышим спасибо. К сожалению, наш адрес несутся немножко и другие слова, да. Недавно разбираю жалобу. Жалоба такая вот. Достаточно на двух листах, естественно, у нас многие люди пишут не только главному врачу, но они пишут президенту Российской Федерации. Ну да, для, видимо, не знаю, может быть, более оперативной. Хотя, чтобы услышали. Вот жалоба на то, что вот я приехала, сдала анализы и жду результата, а мне никак этот результат не дают. У меня автобус там в 14:15. Дело в том, что у нас сдают несколько миллионов анализов. Конечно. Естественно, мы не можем сразу произвести эти анализы. И, конечно, когда это же все в автоматизированном режиме, все это работает, мы загружаем нашу дорогостоящую технику, потом начинается рабочий процесс, и в районе 14-15 часов мы готовы это все переслать. Да. Но, к сожалению, люди просят это получить, скажем, раньше и недовольны. Мы тоже ввели сейчас новую, ну, скажем, такую форму взаимоотношений. Говорим, оставляйте свои телефоны, мы вам отправим смс-ку. Отправьте, оставьте свою электронную почту. Мы вам перешлем, вам не надо ждать. Большое вам спасибо. Ну, а я напомню, что в гостях у нашей программы был главный врач Челябинской областной клинической больницы, больницы с человеческим отношением к каждому больному, Дмитрий Альтман. Пожалуйста. Спасибо, спасибо. Ну, а я хочу пожелать всем нашим челябинцам, всем жителям Челябинской области доброго, хорошего здоровья. И самое главное, будьте здоровы. Большое вам спасибо. Ну, а мы вернемся в студию через пару минут.